В Доме культуры города Видное состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня защитника Отечества. На него был приглашен личный состав воинских частей, которые расположены на территории Ленинского городского округа. Сегодня линия фронта проходит по сердцам наших граждан. Это абсолютная правда. Вы видите всю ту помощь, которая оказывается солдатам, находящимся на передовой, чтобы их жизнь там, их пребывание там, оно было хоть чуть-чуть комфортнее, чуть-чуть, может быть, легче, да, давайте назовем это таким словом. 23 февраля – это прежде всего праздник военнослужащих, сотрудников МВД и всех, кто давал присягу защищать свое государство и несет службу как в будни, так и в праздничные дни. За добросовестный труд лучшие из них были награждены почетными грамотами и благодарностями от главы и совета депутатов муниципалитета. Я желаю вам всем всего самого-самого доброго, тепла, здоровья, счастья, любви, чтобы все у вас было хорошо, чтобы все сложилось замечательно. И хочу пожелать вам, особенно вот молодым ребятам, которые сидят в этом зале, ребята, берегите нашу Родину, как берегли наши отцы, деды. Счастья вам! Естественно, не забыли в этот день и об участниках специальной военной операции, и тех, кто им помогает, собирая все необходимое и отправляя многочисленные машины с помощью в зону СВО. Я хочу пожелать ребятам только одно, парни. Вам сила духа, сил для преодоления поставленных боевых задач, уверенности в ваших делах, чтобы вы все вернулись живые домой, чтобы вы получили свои заслуженные медали в свои живые руки. Собравшихся в зале поздравили исполнители и творческие коллективы округа. Патриотические песни отзывались в сердцах тех, кто верно служит своему отечеству. Дмитрий Книга, Данил Свидерский, Ольга Садовская, Видное ТВ.